Друзья, в гостях у нас сегодня Ксюша, представитель Краснодара и Краснодарского края, которая стала победительницей детского конкурса красоты «Маленькая красавица России». Стала самой красивой девочкой в стране. И ее мама Елизавета Евтушенко. Доброе утро! Доброе утро! Привет! Ксюш, ты потрясающе поешь. Вообще. Спасибо тебе за это. Сколько тебе лет? Мне 6 лет. 6 лет, а ты уже королева красоты. Ничего. Ну вот так случилось. Скажи, это твой первый конкурс? Да, мой первый конкурс. И ты сразу победила. Ничего. А будешь еще участвовать в подобных конкурсах? Буду. Тебе понравилось? Да, понравилось очень сильно. Ну расскажи про конкурс. Что было-то? Что было на конкурсе, Ксюня? На конкурсе мы... Он назывался «Маленькая красавица России. Конкурс талантов и красоты». Ой, еще и талантов. Ну, ты, наверное, пела, да? А где проходил? Он проходил в Сочи, в Розахуторе. Так, раньше проходил в Москве, а в этом году, правильно мы понимаем, конкурс провели в Сочи. Первый раз перенесли в Сочи его. Ну, как так вышло? Да. Что вы участвовали? Как так вышло? А, как же вышло? Ну, дело в том, что в Краснодаре, когда я увидела, собственно, объявление просто в интернете о том, что ищут талантливых детей для участия в конкурсе, я думаю, ну, почему бы не попробовать, в принципе, была не была. Ксюхе рассказали сразу? Ну, рассказала, конечно. Я спросила в первую очередь ее мнение, хочет ли она вообще сама участвовать в этом конкурсе. Ага. Вот. И, в принципе, мы решили просто попробовать. Вот главное не победа, главное участие. И вообще не ожидали в Краснодаре победить. Ну, вы знаете, участие... мы смотрели фотографии. Такие роскошные костюмы, которые вы представляли. Вы их сами готовили или вам... Выдавали. Нет, костюмы нам не выдавали, это были наши костюмы. Но вот, например, национальный костюм, спасибо большое, мы позаимствовали в нашем ансамбле танцевальном «Счастье». Ты еще и танцуешь. Ты мой золотой. Супер талантливый человек. Девочка, боже мой. Скажите, а вот сейчас очень много шума вокруг конкурсов детских красоты. Все говорят, что вот, детям нельзя в них участвовать. Да. Как у вас дела обстоят? Развейте миф или наоборот? Мне кажется, это миф вообще полностью. Это, видимо, Америка как-то повлияла на нас. Почему? Потому что в России это в первую очередь конкурсы таланта. Не совсем красоты. Каждый ребенок, он красив по-своему в любом случае. И они смотрят в первую очередь на талант, на индивидуальность, на артистичность, на подачу ребенка. Ксюнь, ну а что больше всего понравилось? Больше всего мне понравились девочки. Девочки? Конкурентки твои? Ничего себе! А вот еще, она, наверное, девочка тоже... непосредственно. А ресницы вот тебе красили? Ребенка. Красили? Понравилось? Конечно, мне бы тоже понравилось. Друзья, замечательный, талантливый ребенок. Вот нужно брать пример действительно и взрослым, и детям. Нужно работать, трудиться, и тогда и талант будет побеждать. И красота, и маме спасибо огромное за то, что вы вот воспитываете таких замечательных детей. Друзья, ну а это и другие интервью вы легко можете пересмотреть на сайте нашего телеканала kuban24.tv.